Единый государственный экзамен в 2021 году будет проходить у нас в упрощенном режиме в связи с тем, что ограничительные меры у нас так до конца в этом году и не были сняты. Единый государственный экзамен у нас регламентируется двумя нормативными документами. Это постановление правительства от 2 февраля 2021 года номер 256 и письмо Роспотребнадзора о проведение единого государственного экзамена, который тоже выпущен у нас был 21 марта 2021 года. Какие изменения у нас произошли в этом году? Девятиклассники в этом году не будут сдавать у нас экзамены по выбору, по предметам, но будут писать государственный выпускной экзамен, так называемый ГВЭ, по одному из предложенных предметов. Для того, чтобы получить аттестат об основном образовании, учащимся 9 класса будет достаточно сдать ОГЭ по русскому и математике. В 11 классе в этом году также произошли у нас изменения. Учащиеся, которые не планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике. Этого им будет достаточно для того, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Учащиеся, которые планируют поступление в высшее учебное заведение, должны будут сдавать экзамены по тем предметам, которые им будут нужны для поступления в тот или иной вуз. И вместе с тем, чтобы им получить аттестат, им нужно будет обязательно сдать экзамен, единый государственный экзамен по русскому языку успешно. И этого будет достаточно, чтобы они получили аттестат о среднем образовании. Но традиционно учащиеся нашего района выбирают такие предметы, как русский, математика и обществознание. Эти предметы у нас выбирает наибольшее количество учеников. В этом году у нас математику выбрали 95 учеников, обществознание 90 человек. И такие предметы, как физика, химия, биология. Ну, там примерно количество выбравших колеблется от 30 до 40 человек. И меньшим спросом пользуются такие предметы, как литература, география и иностранный язык. Что хочется еще пожелать нашим выпускникам в этом году? Конечно же, я хочу пожелать, чтобы они все успешно у нас, наши детки, сдали выпускные экзамены, получили свои документы и сделали свой первый, так скажем, успешный шаг в будущую жизнь. Ребята, мечтайте, воплощайте свои мечты, и пусть все ваши желания обязательно исполнятся.